Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, я немножко сегодня поиграл. Ну как немножко, ребят? Поиграл я, честно говоря, прилично, потому что я дошел сегодня до 47 ранга, а был, по-моему, 41. Так, ну что, какие у нас там задания остались? Там разыграйте 3 ягоды и нанесите 20 единиц урона героям бессмертий. Так, ну что, давай попробуем нанести 20 единиц урона бессмертий. Ведь за нее умеют же играть, а я вот нет. Почему-то у меня не получается. Я уже не знаю, что тут делать. Как тут, блин, что придумать? Как-то ведь умеет разыграть на этих, да? На гаргантюахах. А у меня почему-то не получается. Не выходит у меня, понимаешь? Вообще никак. Ладно, попробуем тогда. Вот что у нас есть. Этой колодой и попробуем. Нам не обязательно выигрывать, нам просто нужно нанести 20 единиц урона. Ну, конечно, хотелось бы, ребята, 20 единиц урона нанести и еще при этом выиграть. Это было бы вообще для меня топчик, на самом деле. Это было бы вообще великолепно. Но тут уж как карта ляжет, как говорится, да? И я вижу, что что-то никто ко мне не хочет идти. О, нашли кого-то. Твою налево, а. Это у нас зубостизило. И причем это высший ранг. Я почему-то думаю, что нам здесь ничего не светит. А, ой, ё-моё. Выпадает нам еще и зомбобот. Hello. Так, он начинает слишком рьяно, мне кажется, да, ребят? Слишком рьяно. Неужели на орехах он будет, а, выступать? Наверное, да. Наверное, он будет на орешках. Давай попробуем поставить так. И? Ребята, бонг-чуй. Ты посмотри, а. Так, очень интересная колода на 50 ранге. Что же он такое придумывает, а? Так, ребят, мне пока нечего поставить. Ну вот есть только вот так вот. Погнали. Так, что за бастизила будет сейчас ставить? Ландшафт у нее наверняка есть. Угу. В общем, ты видишь, что она поставила. А вот это я, наверное, зря сделал. Мне надо было просто два банана этих уничтожить. Так было бы, наверное, лучше и проще. Хотя не факт. Такс, ну что же. Давай-ка я сделаю вот так. Ну, 5 энергии. В принципе, ребят, вообще не стал почему-то ничего ставить. Вот с чем это связано, я не знаю. Но ставить он ничего не захотел. У меня же два. Два зомбобота, как мы видим. Так. Даже если бы он захотел применить заклинание, он не сможет, потому что, ребят, мы сейчас под защитой в данный момент. Ну что, я ему 4 в лицо пробью, у него останется 13 хп. Вот с этим, конечно, он может немножко побаловать. Он может сюда кого-нибудь поставить, и этот рванет сюда. Но он, видишь, как делает.
А вот он что делает. Не знаю, что это ему даст. У меня-то 100% кто-то появится. Вот только кто? Надо сейчас посмотреть. Оу, Йетти дает карту. И карту-то дал какую солидную, ты посмотри. И карту-то он мне дал солидную. Это меня радует. Ну, а если я, например, сделаю вот так. Что он будет делать? Я знаю, что у нас есть зомботы. Аж две штуки. То есть тут вообще, ребят, проблемы со столом быть не может. Так, Бонг Чой. Оу. Вот так вот он, да? Решил, значит. Понятно. Так, ну мы-то сейчас с тобой наберем здесь, заставим стол. Сейчас он у нас тут появляются всякие. Ой, вообще шоколадно, смотри. Просто крутизна, друзья. Вот ему теперь хоть разорвись. Правда, у него есть взорвать всех зомби на земле. Вот он может взорвать, кроме этих двух. Мне кажется, он просто... Ага, вот он как. Угу. Мы же сейчас новых наплодим. Что ты волнуешься-то? Мы сейчас наплодим здесь новых. Я, наверное, никого не буду здесь пока превращать. Поехали. И остается у него одно хп. Ну, я думаю, тут всем понятно, что это все. Это, ребята, крах. До свидания. Что-то как-то легко. Ребята, противник 50 ранга. То есть, может быть, ему просто надо было какое-то задание сыграть, знаешь, и поэтому он проиграл. Он, по идее, Зубастизила, как по мне, один из самых таких сильных персонажей. Так, ну что, теперь мы будем разыгрывать... У нас задание разыграть 3 ягоды. Поэтому давай попробуем сейчас разыграть. Время 3 час ночи. Рэй нифига не спит. Как всегда сидит до последнего. Потом вырубится, весь день проспит. Весь выходной свой проспит. Толку никакого. Так, ну что, в принципе, устраивает меня эта колода. Наверное. Ну, против заразительной сальцы, конечно. О, видишь, что творит. Еще вытворяет. Ну давай, поехали. Тут 42-й ранг, кстати. Что же есть у него? Опа-на. Опа-на. Так, давай-ка без вот этих вот, пожалуйста, фокусов. Ну, он уже, наверное, догадался, что у меня фруктовый микс. Ой, фруктовый микс, фруктовая колода. Он, скорее всего, догадался. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему я так и думал, что попадем мы ему в броню, а? Это для меня не удивительно. Я, в принципе, рассчитывал, ребят, на это. Для чего я это сделал? Чтобы взять вот этого вот бананчика. Вот успею ли я его отыграть? Это, конечно, другой вопрос. Отдельный, так скажем, да?
Так, видишь, кто у него здесь? Вот такая вот, ребята, жаба у него здесь. Бедный мой банан, не успею даже ничего выпустить, к сожалению. Давай сюда, танцоров. Ну, этим танцором тоже, ребята, крышка. На следующем ходу я их уничтожу. Хотя, не знаю. Не знаю я, что сейчас делать. Но тут по-любому придется уже действовать. И что делает? И что делает, жучара, а? Колокольчик у нас выпал. Давай так сделаем. У меня останется одна виноградина, да? У него тоже там с картишками, смотрю, не камильфо. Так, у нас защита. И, блин, грибы. Еще и не там, где надо встали, а. Слушай, ну выпал микс. В принципе, можно миксом бомбануть. Я думаю, что как вариант надо бомбить. Блин, у него на одну карту все равно больше, как ни крути, а. О, это хорошая, ребят, это хорошая карта. Может быть. Может быть, у нас еще и получится что-нибудь. Так, давай вот этого шмякнем. Наверное, у него еще там танцор будет, да? Как думаешь? Молодец какой, а? Ты смотри, что у него, а? Ну все, жопа тебе. Так, что нам тут выпадает? Клубника, ребят. Нам выпадает клубника, и это очень круто. Делаем так. И вот так. Безумие. Прикинь? Ты серьезно? Ты заколебал уже? Так, мне срочно нужно что-то. Что-то, ребята, мне нужно. Давай так сделаем. Так, 2 единицы урона наносит. Окей. Ага, что у нас тут? Блин, опять наносит 2 единицы урона, да, по-моему, если не ошибаюсь я. Я не помню, что там за, ребят, за колода. О, микс. Нафиг. Ты серьезно? Чё-то он там мутит, ребят. Все ему кранты. Хотя, не знаю, посмотрим сейчас, что он будет делать.
Если эту ягоду он сейчас не уничтожит. Странный типок. Ладно, это его дело. Я думал, что он будет здесь бомбить. А тут перекрываться хоть кем-то. Ну, видишь, у него ничего не было. Так что извиняй, парнишка. Ну, три ягоды я разыграл тут однозначно, ребят. Так что пускай не пикает, не крякает, ничего не делает. Ну что, а мы с тобой давай, наверное, отыграемся. Я сегодня повышал ранг, знаешь, за кого? Я играл за нашего мелкого Ханорика, вот за этого. Но колоду я брал четверочку. Сейчас покажу, какую. Вот точно не эту. Значит, получается вторая колода, четверочка, вот, по-моему, у нас. Да, именно за нее. Только я немножко подкорректировал. Я, по-моему, вот этого убирал. И вот этого убирал. И ставил вместо них. Вот этого пирата добавлял. Так, а кого-то я еще... А, вот, еще вот этого вот брал. Да, по-моему, так было дело. Ну что, попробуем партийку другую сыграть. Потому что на планшете я играл, разносил врагов только шорох. И вот в основном почему-то, ребята, выпадал мне цитрон. Цитрон и преобладала у меня зеленая тень. Да, прям вообще по жесткачу бомбила меня сегодня. А этот цитрон тоже. Пару боев я проиграл каротинки, это я точно помню. В общем, бывали всякие нюансы. Вот на чем он играет? На орехах, на бобовых, на этих? Нет, на орехах, видимо, да? Видимо, он играет на орехах. Ну, давай я сделаю так вот. Что-то задумался парень. Вот как он сделал. Вот он как сделал. Он может превратить в кого-нибудь сейчас. Или поставить защиту. Тут много вариантов, ребят, на самом деле у него. Так что посмотрим, какой он из этих выберет. Не особо он, конечно, заморачивался, я смотрю. Так, ну что, мне выпадает пират. Что делать-то будем? Давай, наверное, вот так вот. Посмотрим заодно, есть ли у него могилоед. Хотя он должен быть. Так, ну здесь мы ландшафтик поменяем, понятное дело, да? Поехали. Опачки. Так, еще в лицо, у него 10 хп остается. Ну что делаем дальше? Дальше я ставлю вот так вот, наверное. А мне самому интересно, что сейчас будет. Странно. Ладно, поехали. Три хп он остается у него, да? Три хп. Выставляет он здесь стенорех. Мы сейчас в лицо ему еще заряжаем. Остается у него 2 хп. Сейчас остается у него 1 хп. И...
Все, он сдался. Не выдержала его маленькая психическая система. Поэтому, ребята, он сдался. И тут мы выиграли. Так, ну что, продолжаем наши поединки за этого мелкого бесенка. Кстати, у нас же там ежедневка, по-моему, есть, да? Может, нам на ежедневочку сбегать, а? Пока не поздно. Давай-ка я гляну, что там за ежедневка. Безумные правила. Все зомби и растения получают по одной единице урона в начале хода. Но стратегическая колода бесячества, колода боли выдержит и не такое. Выдержит и не такое. Ну, давай посмотрим. А что же она там будет делать? Так. Есть что поставить, но... Вот, вот это вот вообще топчик, ребят. По одной единице урона, да, будут персонажи мои получать? Ну, поехали. Сразу 4 в лицо ему пропишем. Если он, конечно, кого-нибудь... Не, он даже никого не стал ставить. Так. Понятно. Интересно, могилоед есть у него? Вот он что делает. Ну, он тратит свою горячку. Ради бога, ребят. Тратит и тратит. У меня еще есть один такой партизан, так что... Особо я не переживаю. О, видишь, у него кто? Клубника. Да, жалко, конечно, они оба сейчас у меня погибнут. Ну и клубника у него тоже, как ты видишь, отдуплилась. Так, выставляем сюда и выставляем сюда. Отличная карта выпала. Такс. Тут взаимообмен получается у нас. Блин, ну это что ли ставить? Я не хочу, я не буду пока. А вот, вот здесь уже можно, да, ребят. Но он, правда, он получил этот микс. Фруктовый микс получил. Но если у него там клубника будет, это, конечно, будет плохо для меня. А вот это уже хорошо, ребят. Как ты запарил, а? Опять свою клубнику сейчас поставишь сюда, да? Нет. Такой довольный, да? На! Я еще вот так вот сделаю. Ой, какой молодец. Ой, какой молодец-то. На! На! Блин, они сейчас друг друга поубивают же. Вот это, по-моему, было, ребята, самая нелепая глупость, да? Так, ну что, у него 9 хп. Нам нужно продержаться совсем чуть-чуть. Нет. Нет, я тебе еще раз говорю, парень. Как бы нам, наверное, сделать-то? Куриный бега нет смысла ставить сейчас. Ну, давай я так вот прикроюсь. И вот так, ребят. Ну, это для того сделано, чтобы у нас в броню это пробилось. Отлично. Пока никуда не буду ставить.
Они издеваются, друзья. Они просто-напросто сейчас издеваются. Бамс, все. Уничтожил, блин. Ну давай. Я могу сейчас, ребята, силы ему прибавить. Бомбануть. Ну, если у него, конечно, таких двух не будет. У него таких не будет. Смотри, что мы делаем с тобой. Так. Дальше я делаю усиление. Да и, в принципе, все. До свидания. Хорошо? Хорошо. Лучше не бывает. Прям вообще замечательно прокатило. Все у нас получилось. Так, ну что, а мы пойдем дальше играть за нашего бесенка, за бесячество. Мистер Бесячество. Блин, надо ложиться уже, ребята, отдыхать. Что-то я устал сегодня, если честно. Я, короче, взял, купил ерша, три хвоста, съел за один присест. После этого мне захотелось пить, я выпил 4 литра кефира. 2 литра воды. Я до сих пор хочу пить. Мне же не лезет никуда, но я хочу пить. Вот что значит посолонился, да, ребят? Ёрш очень, конечно, был соленый, но он вкусный, но соленый, гад. Так, ну что, давай. Бабах, давно я, кстати, с ним не встречался. Попробуем. Сейчас, как всегда, бомбочку поставим, да? Само собой. Предсказуемый бабах. Ничего нового абсолютно я в нем не вижу. А дальше что? Этого поставим. Ну давай попробуем. Заодно проверим его еще на одну бомбочку. Или же солнечный удар. Микс у него фруктовый, ребят. Так, учтем. Фруктовый микс. Это значит... А что это может значить? А? Что это может значить? Это значит, что он останется сейчас без карт, скорее всего, да? Ага, вот так вот, значит. Жалко, пирата у меня этого нету. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Чтобы пробить просто-напросто его. Я и для этого сделал, ребят. Так. Ну неужели? Тебе-то мне, парень, как раз не хватало. Ты видел, что делает? Ну что ты там поставишь? Пузырь свой? Что он сейчас сюда поставит, ребята? Я не знаю, если честно. Я ума не приложу, что он сейчас сюда поставит. Клубник, две клубники. Только не говори, что ты сейчас миксом сюда бомбанешь. Нет, ребята, не миксом. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь делаем так. И вот так. Ой, зря ты это делаешь, парень. А, вон ты как, убираешь их. Слушай, они же сейчас меня тут расколбасят в два лица. Да. В два лица, ребята. Клубника меня уничтожила. Если бы он не сдвинул бы бочку... Было бы немножко по-другому все. А он, видишь, он ее сдвинул.
Ну, как бы я там сделал бы? Ландшафта у меня не было, поставить бы я не смог. О, вот она, вот она. Мымра явилась, ёк-макарёк. Давно не виделись, блин. Весь день сегодня мне мозг выносило вместе с этим. Цитрон да зеленая тень. Цитрон да зеленая тень. Вот они вдвоем сегодня выплясывали тут. Да. Зеленая тень только вот на этих и может, ребята, играть. Больше ни на чем. Я ничего пока ставить не буду. Да и смысла нету, ребят. Смотри, что творит. Смотри, что вытворяет, а. Погнали. Сейчас заодно проверим. А потом только вот это вставить, наверное, придется. Да, это... То, что вот этот, конечно, хлопнет сейчас. Я не знаю, сработает ли у нас... Нет, блок не сработал. Блок сработает. А, вот сейчас сработает. Давай так вот поставим. Да, блин, ты... Так сейчас в блок ему, понимаешь, будем попадать, ребят. Вот это вот бесява, вот в блок. Что он сейчас? Дуноветь... А. Ну и там у него карт, я не знаю, там штуки 2-3 и все, ребят, остается. Амфибию ставит. Рикошет случайного. Ну давай вот этого вот сдувай. Блин, ну почему этого-то? Это плюнет сейчас, гаденыш. Ну и чё? Давай этого сдвинем. Я не знаю, ребят, в блок попадут или не в блок. Проверяем. В блок. Что мне это дает, а? Вот что мне это дает, ребят? Ничего. Так, так, и вот так. Один орех сейчас ставит. Любой, ребята, орех ставит, и мне кранты. Все. Ну, это бесполезно было. Я пытался. Не получилось. На воде у меня нету зомби. Поэтому он здесь занимает вот эту нишу. Все, ребята, и я полетел в самый-самый низ. Ладно, не беда, сейчас будем отыгрываться. А возможно, надо поменять нам кого-нибудь. Ну, другого взять персонажа. Так, опять бабах. Бабах нас уже разнес на клубнике, так что... Ну, нафиг вот сейчас вот это-то все, вот даете-то мне такие карты. Вот на начале, зачем мне нужны? Дайте мне обычные, спокойные, нормальные, тихие карты. Че, давай свою бомбу там ставь. Нет у тебя бомбы? Или ты жмешься опять, как всегда, на бомбах на этих? Жмун. По-другому не называть. Еще вытворяет. Так вот я поставлю. Давай так сделаем. Вот, микс. Опять, ребята, на клубнике, блин. Опять на этой клубнике. Будет сейчас разыгрываться. Мырь болотный, а? Ну?
О чем, друзья мои, я и говорил. Микс-то он 100% уже приобрел, понимаешь? Микс он уже приобрел там. Это 100%. Да это тебе не поможет. Сколько там? 5-3. Давай делаем так. Погнали. Клубнички-то он там нахапал, поверь мне. Нормальное количество. Вот, о чем тебе и говорил. Так, давай здесь морозить. Ну ты видишь сам, что происходит. Клубника у него кончится должна. 4 клубники максимум он может с собой носить. Угу. Вот, видишь, что творит. Так, замораживаем это пугало. Я, наверное, так вот сделаю. Так, а дальше, дальше что мы делаем? Дальше мы делаем следующее. Ну, понятно, что ты еще можешь сделать. Ой. Так, поехали. Вот сейчас, в данный момент, где? Где? Вон, неужели? Что-то дали, ребят. Ну, там у него, видишь, может быть бомба. Поэтому я сделаю, наверное, вот так вот. Вот так. И вот так. Угу. Ищет, ищет, ребятушки, ищет что-нибудь. Ну, сюда будешь бомбить? Сюда будет бомбить. Погнали. Так, давай вот сюда бомби. Ага. Даже так. О, хорошая карта, ребята, выпала. Такс. У нас, значит, пират. У нас вот такой вот ханорик здесь, да, получается. Так, этого гасим. И этого, наверное, тоже гасим. Давай, давай, бомби. Не стал гаденыш бомбить. Погнали. Так, минус ягода. Минус этот ханорик. Куда она бомбанет? Давай сюда, бомби сюда. Так, у него, ребята, одна карта. У меня тоже одна карта. Чернику ему не спасти. Это понятное дело.
Да я ничего пока делать не буду. А вот здесь уже, ребята, может быть горячка у него. 3 единицы урона наносит. Ой, какая хорошая, ребята, карта выпала. А вот теперь пускай сидит и гадает, где кто у меня сидит. Где кто у меня находится? Пускай сидит и думает. С двумя картами, мне кажется, тут шансов мало. Ну, даже если у тебя есть горячка или там пузырь, ну, что ты с ними сделаешь? Ничего. Просто ничего, ребят. Ты просто тупо имеешь вот эти карты на руках, как вот у меня было, и противопоставить ничего не можешь. Это я играл зеленой тенью или... Подожди, нет, это я против бета-каротин играл. У нее 4 могилоеда, которые уничтожают могилы. Она мне 3 раза уничтожала вот такую гряду надгробий. Но я все-таки ее выиграл. Там надо было, конечно, видеть. Это была эпичная битва. А сейчас вот бабах просто, ребята, он просто сдался. Ты бы хотя бы сдался бы, как обычно, там, ну, завершить, все, типа, отступаю, типа, отстаньте от меня, моя хата с краю, все, играйте без меня. Нет же, вот сидят вот так вот, знаешь, вот, вот мозги компасируют, тянут время. Кстати, сегодня я еще играл за Банг Чой, тоже довольно неплохо получилось. Опять цитрон, я тебе говорю, это зацикленный круг, цитрон, зеленая тень, ты... Прям я не знаю, как назвать это. Паранойя какая-то. Ну, видишь, что он там поставил? Я не знаю, в надежде думает, что я... Давай так сделаю. Посмотрим, что он тут будет ставить. Орех, он сейчас еще в зубальник получит, ребят. Угу. Так, слушай, подожди секундочку, сейчас надо думать, что нам делать. Давай я так поставлю. Ага. Если, ребята, у него вот эти вот штуки есть, то значит готовься к тому, что у него есть могилоеды. То есть опасно мне вот этих ребят вставлять. Вот я о чем. Понимаешь? Давай просто вот проверим. Не знаешь, кого не хватает сюда? С бочки, чувачка. Опа-на. Смотри, что делает. Так-с. Давай, наверное, вот этого выкинем отсюда. Так, не забываем, что он взял орех. Естественно, он сейчас будет смотреть, просматривать. Если он вот таких набрал за единичку, то, конечно, он сейчас их тут прокачает, будь здоров. А нам надо думать. Так, ну понятно, 3 становится. Это тоже 3. Все, да?
Пока все у него. Посмотрим, есть у него бомба. Хотя он впереди может сюда поставить орех и все, ребят. Ты видел, что у него там? Нормальный расклад? Друзья мои. А что я тут поставлю? Ну давай я сделаю вот так вот. И пока никак. А больше ничего больше не могу сделать здесь. А что ты сюда поставишь? Просто не вариант, ребят. Что-то он, видишь, что он делает. Я его просто на пон взял, ну, думал, что это. А он вон как сделал. Вот эта фигня у него была. Запретил. Но он тоже испугался. Он бы этого бы не стал бы ставить просто так, ребят. Вот этот арахис, блин, бесявый, который прячется постоянно за орехами, блин, его надо, видишь, как бы... Его надо сносить в первую очередь. Когда вот он выставляет вот этих охламонов всех мелких, уже надо подумать, что он будет его ставить. Но дело в том, что не выпадает бочка мне. Если бы мне выпала бы бочка бы, ну, пират в бочке, конечно бы я бы поставил бы бочку и попробовал бы ее усилить кровожадностью. Тогда мы бы, может быть, запинали бы там всех. Возможно. Но опять же, бочки у меня всего две. Бочки у меня всего две. Ну, а вот, опять этот цитрон. Ну, тут 33 ранка, поэтому я думаю, что здесь мы запинаем. У меня жизнь заплетается. Этих я вообще не успеваю здесь воспользоваться ими. Это, случайно, не тот же? Нет, не тот же самый. Это, по-моему, другой уже немножко. И что утворяет? Немножко другая тактика. Но опять же, он берет этих ханориков мелких. Ну, давай так поставим. Просто интересно, что он сейчас будет делать. Видишь, он вставляет здесь шипы. Он здесь выставляет шипы, тогда мы... Давай сюда передвинемся. Видишь, у него могилоед даже есть. Ладно, мы сейчас будем могилоеда, он уничтожил. Сейчас, блин, что-нибудь возьмет еще противное такое. Этот будет ему на воде нормально сейчас мозги колупать. Там, орех, пускай берет, что хочет. Так, наше дело, ребят, проверять его на могилоеды. Могилоеды есть у него, он уничтожает их потихонечку. Посмотрим, насколько его хватит здесь. Просто мне очень интересно, насколько его здесь хватит, а? Все, ребята, спекся. Так. Пошел отсюда. Он, ребятушки, спекся. Могилоеды закончились, что ли, я не могу понять.
Нет, не закончились, друзья. Не закончились. Опять что ли в блок мы сейчас... Но это уже, ребята, борзота. Блин, как-то опасно даже ставить сюда, если честно. Там у нас кто? Там у нас бочка, да? Так. Неуязвимость взял, да? Ладно. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, ребята. Ставлю сюда. Не дай бог, у тебя еще могилоед есть. Нет у него, ребят, могилоеда, походу, дела. Кончилась у него тяжелая артиллерия. Теперь наша очередь. О-хо-хо-хо-хо. Кого там замораживаем? На воде, отлично. Так, а ему все, крышка, по-моему, ребят. Могилки кушал, 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 кушал. И в конце, ребята, не докушал. Так скажем. Ладно. Рано еще веселиться тут. На самом деле. Ой-ой-ой. Макс СП Брейн. Максимальные мозги, что ли? Там типа, ну, максимальная прокачка мозгов. Но если на хилах, то и мне будет плохо. То мне будет плохо. А он, скорее всего, так и сделает. Ну давай. Знаешь, что я обожаю? Когда у врага весь стол заставлен врагами, да? Ты выставляешь бочку и сверху бочки вот эту бочку накидываешь. Ой, вообще благодать, ребят, становится. Просто благодать. Его просто так разматывает. Там столько слез, особенно когда у него все забито, когда последние карты выставляешь, и ты такой оп, оп, и все. И всех разносишь. Так, ну, Макс СП Брейн, он, видимо, обдумывает свою супер тактику. Думает, что бы поставить такое. Что у него может быть за одну единицу? Да дофига чего может, можно влепить. Можно, по-моему, горошины, да? Горошин же есть вроде у него, по-моему, да. На хилах так там вообще можно даже первые ходы просто, ребята, сидеть в сторонке, покуривать вплоть до какого там, до трех маны. Потом уже можно потихоньку отхиливаться. Ну, видишь, видишь? Берет, а мы выставляем вот так. Нанесем ему 4 урона. Заодно и посмотрим, хил это или не хил. Мне почему-то кажется, что это хиллер. Ох ты, зомбот выпал. Ребята, вот такой, вот это утратить. Ну, ладно. Блин, там же сработает защита же, да, у него сейчас. Фигово. Пенек, ребята, пенек. Только не съедай. Или что там у тебя? А, на земле? Ну, на земле можно.
Это мне по барабану. Эх, друзья мои, давай вот так вот сделаем. У него могила едов нету. Вот здесь наши ребят преимущество. Понимаешь? Иди куда подальше, парень. Погнали. Так, 6 хп, да, у него остается. Ну, что я могу сказать? Ну, давай вот так вот сделаем. Имеешь право? Имеешь право. Так, разочек там бомбанет, все равно, как ни крути. Вот это вот прям бесев, ребят. Я все равно. Пускай хавает. Я все равно поставлю вот этого пирата. Сейчас сюда. Потому что до зомбота мне еще ху-ху-ху, как до Китая раком. А вот это я сделаю, пожалуй. Орехами, что ли, меня сейчас запинать хочет? Тупица, блин. О! Погнали. Так, ребят, ну не забываем, что он сейчас... Че, Ай, блин, зомбот еще рано. Хочу посмотреть, что он будет делать. Ну и че? Началось, друзья мои. Так, пропускаем ход. Погнали. Так, прокачиваемся. Облизнулись. На тебе. Ну а дальше все просто. Да? Или вот так лучше сделать? Все, он сдался. Слова кишка была подергаться до последнего, да? Это вообще реклама, блин, ребята. Тынь-дынь-дынь. Ну, ты слышал музыку? Пошла, поехала, ё-моё. Причем совсем на другом. У меня как бы 3-4 эмулятора порой запущены одновременно. Каждый игры под свои. И тут на втором эмуляторе заиграла реклама, блин. От VPN. Так, ну что, это у нас... Это у нас, друзья мои... Вот это коварная гадина. Это бета-картин. У нее постоянно... Очень много могилоедов, всякого-всякого-всякого. Она меня напрягает, вот серьезно тебе говорю. Вот эта вот стерва меня напрягает. Так, она там делает шаманса двух приемов. На следующем ходу я, наверное, сделаю так, так, да, объединю. Пускай там колдует. И после этого что? После этого у нас ничего не остается. Давай попробуем так сделать.
Ну почему вот эта вот карта выпала мне, блин, среди всего изобилия легендарных карт, мне выпала, блин, именно танцевальная карта. У меня что, похоже, что у меня танцы здесь. Понятное дело, ребята, расписывает. Ну давай я так вот посмотрим. Просто хочу посмотреть. Неужели он и здесь бомбанет сейчас что-нибудь такое? Чуданет, блин. Ты понял? А что он хочет сделать? Сейчас могилу уничтожит, да? Смотри, опа! Обжора могиловый. Давай еще раз посмотрим. Вот надо что нам с тобой. Да, это фигня. Это выживет у нас в любом случае. Погнали. Блин, опять сейчас у него сработает. Бесит. Бесит, понимаешь? Очень сильно меня это бесит. Со своим шаман корни, блин. Иди отсюда, корни он шаманит, блин. Прыщ, блин. Проверка, ребята, на вшивость. Мы сейчас ему... он такой думает сейчас... Ой, я сейчас картишек наберу целую орду. А я ему покажу... Фак тебе на полную морду. Жирная ты каротиновая рожа. Я сделаю вот так вот. Это раз. И сделаю вот так вот. Это будет два. И поехали. В расход, чувачка, пинать. Просто пинать, ребятушки. Просто пинать его. Фу. Так, ну что же, дальше мы сделаем вот так вот. Он лучше ничего не мог придумать. Хотя, ты знаешь, сейчас если защита сработает, сработает. Ну что он будет делать? Кого-то куда-то смещать, перемещать? Вряд ли. Вряд ли. Ну, и чё? Ну, лодочку ты уберешь, кораблик уберешь. Ну, молодец. Поздравляю тебя с этим. Убрал он мне кораблик, прикинь. Дурик. До свидания, ё-моё. Чингачгук недобитый. Все, кури бамбу, блин. Я просто, ребята, злой на них, поэтому я вот так вот агрессирую просто. Агрессирую на них. Я вообще хочу водички попить. Нальем, так сказать, из баклахи воды. Так, ну что, у нас... Блин, опять цитрон, а. Ну что, давай, поехали, наверное. А, видишь, бомбочки... Бомбочки свои ставят вшивые. Поставим, а? Или не будем? А пускай стоит. Так, запомнили, да? Здесь у него орех. А здесь у него орешек. Причем не один. Будем тоже его бомбить. Так, ну он любитель, да? Могилу-то поедать. Я знаю это. О, видишь? Я как в воду гляжу. Я знаю прекрасно, что эти охламоны у него есть. Вопрос только в том, сколько у него этих охламонов, ребят.
Проверяем. Так, ну этого заморозим. Понятное дело. Блин, единственное, что опять же, ребята. Опять сейчас мы ему в блок пробьем, а? Он поставит защиту, да? Не? Дело дрянь. Дело дрянь, ребят. У него ничего другого не нашлось. Только вот так вот сделать. О, видишь, что он творит? Видишь, что он творит? Неуязвимочка берет. Ладно, мы с тобой вот это вот заморозим. В любом случае. Пошел он, знаешь, куда. Сейчас еще превратит в кого-нибудь. Он-то может. Так, 7 энергии, ребят, 7. Давай сделаем так. И вот так. И сейчас, смотри, сейчас не удивлюсь, если могилоеда вот сюда вот поставит. Или вот сюда вот. И уничтожит. Вообще нисколечко не удивлюсь. Или вот этого просто сожрет. Сейчас зеркального ореха влепит, да? Я вот, ребята, вам об этом и говорил. Все. Тут можно сдаваться. Меня Цитрон бесит, когда он вот на этих хламонах. Надо такую колоду вот против... Ну как ты угадаешь, что против тебя сейчас будет Цитрон выступать? Согласись, ведь никак. Опять каротин. Да ядрен матрен. Я так понимаю, против нас только каротин выступает. Зеленая тень и этот. Скажи, я скажу. Каротин, зеленая тень и цитрон. Все, что-то больше против меня никто не выступает. Только эти вот гаденыши. Да ничего не буду пока ставить. Ну что ты там жужукаешь-то? Жужукает она. Давай ходи. Ушлепка. Мозги мне там выносит. Я вот не знаю, стоит ли мне сейчас потом выбрасывать этих ребят или... Наверное, стоит. Или не стоит. Не, наверное, пока не стоит, ребят. Потерпим. Сделаю вот так вот, наверное, я. Ну, давай. Ну, ты понял, да? Сделай так. И вот так. Ой. И вот так. Будем смотреть. Что сразу? Все? Сыканул? Чмошник. Получай, по делам тебе, ублюдок. Так, у нас два пирата. О, еще и в лицо успели зарядить ему. Такс. Сейчас будем смотреть, что он там будет выдумывать. Ох. О. Так, 4-5. Девяточка в лицо, да? 6 хп оставляется ему. Ну и нормально. Так, а теперь... А теперь, друзья... Блин, ну вот это опасно ставить. Посмотрим. Ага.
Пам-пам-парам-пам-пам. Так вот сделаю я. И двух вот этих мерзавчиков поставим здесь. Погнали. Шаманство двух приемов, друзья мои. А что еще может быть? 2, 4, 6. По-моему, пора прощаться, ребят, с ним. Наконец-то! Наконец-то, ребята, месть восторжествовала. Ну, блин, мне еще, по-моему, на 2 поединка, да? Или сколько? 2 или 1? Еще один. Еще, ребятушки, один поединок. Ну, у нас, как всегда, мы с тобой добираемся, потом... Резко слетаем, потом опять поднимаемся, резко слетаем. Не знаю. 48-й ранг будет. И нам останется всего лишь 2 ранга, и будет 50, ребята. За 50-й ранг мы получаем 300 баллов, у нас будет 775. Маловато. Так, и нам опять выпадает зубостизила. Ну что, я готов? Я, наверное, друзья, готов. Опять же, все зависит, какая зубостизила. Что-то новенькое, ребят. Ну я же знаю, что у тебя нету этих. Могилоедов, так что... Но он может мне, конечно, запинать этими двумя... Если у него там целая армада, ну да. Пугало огородное, поехали. Что делаем? Так, наверное. Поехали. Прекрасен результат, друзья мои. Прекрасен результат у нас. Ха, кончились, что ли, у тебя эти эти, как они там? Ой, сейчас будем втыкать ему. Ты вот этим меня напугать решил, что ли? Да я, наверное... Хотя, давай сделаем так. Поехали. Да и все, наверное, ребят. Тут уже ничего ему не поможет. У него нет могилоедов. У зубостизилы нету. Вот идеально просто против зубостизилы драться на надгробиях. Это просто, знаешь, как топчик. Беспроигрышный вариант. Потому что она ничего сделать не может. Все. Она сейчас даже ходить не будет. Она просто вон, будет вот так вот стоять. Дурку валять. Но это ее проблема, ребят. Мы с вами на следующий ранг переходим. Переходим. Все. И это самое главное, что для меня нужно было. Да? Да. Да, зубостизила. Уж извини, кто там? Опви. Лучше бы ты сдался бы сразу бы. Ты бы так бы и мое бы время поберег, и свое время поберег бы. Все, друзья. Ну что, я нас поздравляю. Я нас поздравляю с переходом на новый ранг. Это очень круто. У нас 48-й. Нам всего лишь 2 ранга поднять, ребята, и мы будем в топчике, то есть в высшей лиге. Ну, а на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.